Cleveland. Ребят, уже едем, 4 машины, река Лена, ледовая приправа, и через где-то 60 километров у нас село Тянулю. Вот мы приехали в село Тянулю и пойдем в место сбора. Там у нас будет регистрация и техподготовка, что ли? Ну, проверка техсостояния. Допуск, не допуск, соревнования. Ребята, всем привет! Сегодня мы приехали в село Тянулю. 30 марта. Сегодня у нас проводится отборочный тур на республиканский чемпионат по снежным гонкам Хараян. Сегодня у нас где-то 65 экипажей всего. Из них где-то 36 инжекторов и 20 с чем-то карбюраторов. Также есть 5 экипажей, женских экипажей. Сегодня отборочный тур. Завтра у нас будет настоящий чемпионат. Отборочный будут отбирать 15 инжекторов и 15 карбюраторов. Сегодня будет весь день драг рейс. Что, ребята? Готовим чай, кофе и смотрим. Все проходят техническую инспекцию. Здесь, получается, меряют колеса с помощью вот такой линейки. Смотрят, есть ли шлем, там ремень безопасности по двигателю, чтобы никакой иномарочки не стоял. Все, выдвигаемся к месту соревнования. Регистрация закончилась и скоро уже начнется. Ребята, сразу ставьте лайки, вам не трудно, а мне приятно. Так что сейчас гонки уже начнутся. Мы приехали на озеро, идет брифинг, а первым поедут карбюраторы, после чего поедут инжектора. Все, уже идут карбюраторы на стартовые позиции, и сейчас начнется бой карбюраторов. 22 самых лучших карбюраторов в республике Саха-Якутия сегодня прибыли, чтобы попасть на самый главный чемпионат Хараян. Из 22 получат пропуска 15. То есть шансы у них побольше, чем у этих. Вера, привет. Привет. Ну как дела? Отлично, настрой вообще отличный. Ну вот, печально, что жеребий опять не удался, как всегда. Но со своими буду гонять, где молода. А вот. Если помните, Вера к нам приходила на Кубок Северного Патрика, да. И мы не успели взять интервью у девушки. Да. Так что сегодня на соревнования желаем вам удачи. Спасибо. Ага. Девушка с опытом уже, настоящая гонщица. На третий год. Да. Ветеранша уже. Да. Давай, удачи. Да, спасибо. Вот у нас стартовая позиция. Карбюраторы почти готовы. Но специфика этих гонок вот такая. Получается, сегодня пропуска получают через драг-рейсинг.
лед очищенный, без снега. То есть получается не езда по снегу, а езда по твердым поверхностям. И те, кто выиграли драг рейсинг, попадают завтра на настоящие гонки по снегу. И получается, что машина, заточенная в снег, она проигрывает на драгрейсе. И скоростные спайсера, колхозы с мостами, те выигрывают драгрейс, а вояки, получается, они остаются. Но мы сегодня это посмотрим. Думаю, не так будет. Расстояние тут 1/8 мили, 201 метр. Будет очень-очень быстро. Дорога не такая широкая, довольно-таки узкая, я думаю. Сегодня будет очень много стартов, так как должны отобрать 15 лучших. Каждый экипаж будет проходить драг-рейс по 3-4 раза. И главное, вот сегодня утром проходили техрегламент проходили, и все типа запломбировано. Если завтра участник должен зайти только вот в этом конфиге, резину нельзя менять, раздатку и так далее. Как сегодня участвовали в драгрейсе, так и должны участвовать в завтрашнем этапе Харая. Бешеная скорость по скользкому льду. Как полетят инжектора. Саня должен показать сегодня класс. На старте техническая инспекция проверяет шлемы, пристегнутый ремень, включенные фары, и потом стартер дает старт, сигнал на старт. В старте экипаж Педер, автоклуб Барс, Сунтарский улус, пилот Афанасий, штурман Михаил.
болеем за ребят, наши земляки. Старт на второй повышенной. Ребята встали на старте. Большим отрывом побеждает справа. Первый круг завершен. Получается, с этой стороны победители, с этой стороны проигравшие. Одна победа, одна поражение. Уже у нас идут проигравшие. Отсюда победители, победившие тоже пойдут той дорогой. И оставшиеся 5 участников тоже выйдут, то есть получат пропуски. Очередные участники не могут зайти, потому что вот участник, у него какая-то поломка. Дали 10 минут на ремонт. Если не успеют, то снимаются. Экипаж К2 встал на все 4. Ага, ну да.
Навигаторы закончили. 15 экипажей уже отобраны. И время пришло отобрать 15 инжекторов из 38. Лед очень скользкий. У инжекторов скорость намного выше, чем у карбюраторов. Бурнаши и Патриот Катерина. У Михаила мягкий старт. Идет первым. И побеждает Драги. Экипаж Меник. Меник проиграл. Карбюраторов, инжекторов очень много, поэтому будем отбирать очень-очень долго, я думаю. Автомастер. Против Маруси. Автомастер побеждает. На очереди знаменитый Таттабас. С экипажем из Намского вуза. Фортуна из Намского улуса против Патриота из Верхневолжского улуса. Петр Кардашевский и опытный пилот Фортуны Семен. Патриот полетел. Навигатор из Нюрбинского луса.
Навигатор проигрывает. We'll be right back.
Паш-Дархан, Сунтарский улус, автоклуб Барс. На старте с Патриотом ВВТ-1. Нету, все. Вылетел, что ли? Да, вылетел. Уже? Навигатор! Эй, куравочки! Куравочки! У нас остались решающие заезды у инжекторов. Скоро определятся все 14 финалистов, хочу напомнить, то есть сообщить. 15-й получает бесплатный билет прошлогодний чемпион. Это Петр Шумахер, экипаж «Форвард». Два барса. На белом барсе экипаж Пепан. Корпус. Полтора и кирпич.
Падре, канал Габеревета, Детера. Привет, Северный Падрик. У нас вторая авария.
пути. Они упали на бок, снег. Чего машина не случится, сейчас уедет своим ходом. У ребят есть шлемы, стегнуты ремнями безопасности. Так что все нормально. Это спорт, ребят. Это у нас последний круг. И остались только подобрать двоих. Из них получат пропуск только два участника. Остальные, увы, поедут домой. Еще один экипаж девушек, которые сегодня участвовали вместе с мужчинами, да? А женский этап завтра отдельно будет. А сегодня вы просто с мужчинами зашли, чтобы проверить себя. Ну и как? Для опыта. Для опыта. А вы с какого вуза? Знамского. С Знамского. И какой год участвуете? С 18 года участвую. На этой же машине? Нет, на Патриоте? Каждый год меняю. Ну, это третий Патриот. Да? А в прошлом году на новом кузове вы были, да? Да. Ну, удачи на завтрашнем чемпионате республики. Вот стоит дед после аварии. Ну как, Нюргун, здоровье? Нормально. Молодец. Ничего не... Только стекло боковое разбили. Немножечко, да? Но это ничего. Вот так завершился сегодняшний отборочный этап республиканского чемпионата гонки по снегу Хара-Ян 2024. Совсем другой финал. Никто такого не ожидал. Очень много фаворитов вылетели, не получили пропуска. Очень хорошо, что сегодня экипажи из Вилюйской зоны очень много прошли. Наши ребята с автоклуба Барс тоже оба прошли. Кюбинские прошли, Вилюйцы прошли. Но даже наш лишник Вилюя не прошел. Ну и завтра у нас финал. 15 карбюраторов, 15 инжекторов. И решится, кто же самый сильный в республике Саха-Якутия, самый лучший пилот, самый лучший штурман, самые лучшие механики. Вот все это решится завтра. Так что, ребята, поставьте лайки. Всем спасибо. Ждем новое видео. Пока.